Мы приветствуем вас на нашем канале, а это рубрика «Города России», где мы расскажем вам обо всех городах нашей необъятной родины. Александров звучит современно и красиво. И это на самом деле современно красивый город с успешным, планомерно развивающимся бизнесом, великолепной природой и массой достопримечательностей, ежегодно привлекающих большое количество любознательных туристов. Далеко не каждый знает, что сегодняшний Александров – это город с удивительной историей. Некогда известный под названием Александровская слобода, он часто фигурирует в исторических документах. О нем также нередко упоминается в классической художественной литературе. Александровская слобода, в силу своей близости к Москве, Переславлем Залесским и Троице-Сергиевской лаврой, была когда-то местом отдыха русских царей. Она известна как любимое обиталище Ивана Грозного. Сегодня, как и в прошлые века, в Александров ездит не только по делам, но и для того, чтобы отдохнуть. Жители города очень трепетно относятся к сохранению памятников прошлого, потому в Александрове есть на что полюбоваться и чему удивиться. Едут сюда и с деловыми целями. Все та же близость к столице делает населенный пункт интересным и перспективным в плане развития бизнеса. Александров находится во Владимирской области и является административным центром Александровского района. Четвертый в области по величине, он занимает площадь 26 квадратных километров. На территории населенного пункта на сегодняшний день проживает более 60,5 тысяч человек. Стоит сказать, что к городу прилегают три населенных пункта – Балакирево, Карабаново и Струнино. Вместе с Александровым они образуют Александровскую агломерацию с населением более 112 тысяч жителей. Во все времена года город радует глаз своими живописными пейзажами. Причины тому не только красота окружающей природы, река Серая, протекающая через Александров, Смоленско-Московской возвышенности от Роги Клинско-Дмитровской гряды, но и архитектура, которая во многом сохранила черты знаменитого исторического прошлого. Наиболее популярны у туристов музей-заповедник Александровская слобода, Покровские и Успенские соборы, художественный музей, музей знаменитых Марины Цветаевой и ее сестры Анастасии. Город буквально усыпан куполами церквей. Каждая представляет собой художественную или историческую ценность. Александров располагается в самом центре Золотого кольца, и потому через него пролегают многие туристические маршруты. Что касается промышленности Александрова, то еще с советских времен он известен как производитель телевизоров «Рекорд». В нем по-прежнему выпускаются телевизоры. На территории города находится много предприятий, выпускающих продукцию самой различной направленности. Это и телефоны, и медицинское оборудование, и лампы, и многое другое. В экономическом плане Александров можно считать процветающим населенным пунктом с большими перспективами развития. Если говорить об инфраструктуре, то она очень удобна и рассчитана на то, чтобы комфортно чувствовали себя не только местные жители, но и приезжие, которых с каждым годом прибывает все больше. В связи с этим растет количество ресторанов и гостиниц. На сегодняшний день можно снять номер в комфортабельном отеле. Выбрав гостиницу по приемлемой цене, Александров – это город, в который очень просто добраться. Проще всего это сделать из Москвы. Из столицы в город ежедневно направляются электрички и автобусы. Можно также доехать до населенного пункта поездом. Даже те, кто прибывает с деловым визитом, стремятся посетить уникальные достопримечательности города, насладиться его великолепной кухней, погулять по его паркам и аллеям. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь с друзьями этим видео. До новых встреч в следующем городе.